Еще раз всем здравствуйте. Как я обещала, сейчас сниму видео по посеву перцев. Тех, которые мы будем выращивать в теплице. Очень ранние перцы. Выращивать их будем в пакетах. Я уже скидывала видео. Это YouTube-канал «Сад и огород». Вот. И там очень подробно все это рассказано, как это все выращивается. Это делается для раннего урожая. Вот. Мы приготовили землю, предыдущее видео было, грунт. Вот, значит, вот такие у меня контейнеры по 1 литру, 1 литр в этом контейнере. Значит, сюда я поместила грунт прямо до самых краев, не утрамбовывая. Потом я его утрамбовала, и у меня получилось вот примерно вот, вот так вот от края. Чуть-чуть побольше половинки. Вот утрамбованный, очень хорошо утрамбованный грунт, чтобы семена соприкасались именно с грунтом. Я не буду делать бороздки, потому как я буду сверху присыпать грунтом таким же. Вот, сегодня мы сеем перцы. Мой очень любимый перец Red Knight X3PF1. Это очень ранний, крупноплодный, толстостенный. Перец, я его сею каждый год. Он мне очень нравится. Значит, перцы технической спелости достигают прямо на кусту. Вот у него проходит от высадки рассады до биологической спелости проходит примерно 70 дней. Вот такой вот перчик. Очень рекомендую. Мне очень понравился. В упаковке здесь 5 семян, но он достаточно дорогой. 40 с лишним рублей стоит. Вот. Дальше вот такой называется рыжий барин, тоже холодостойкий, супер новинка, толстостенный. Вот такой я еще ни разу не сеяла, не знаю пока. Вот здесь заявлено было 0,08 грамм, ну здесь достаточно прилично семечек. Вот такой вот еще перец сладкий называется Бутуз, тоже раннеспелые, толстостенные и ароматные плоды. Тоже ни разу не сеяла, вот пробую. Но вот, вот этот перец Турбин сеяла, очень мне понравился тоже. Он тоже достаточно дорогой, там 5 семечек в пакетике всего. Вот, высокоурожайный и тоже технической спелости у него наступает через 80 дней. Он прямо спеет на кусту, вот такой вот перчик. Вот, и еще вот я еще решила такой посеять, 350 грамм попробовать. Тоже раннеспелый, высокоурожайный, устойчивый к пониженным температурам. Вот, называется Фельдмаршал. Вот. Ну что ж, приступим. Значит, мы берем наш контейнер. Я заранее подписала меточки, вот такие ножички, чтобы отделить семен, эти посевы наши вот по номерочкам. И сейчас буду вот... Начиная с первого номерочка, буду подписывать пакетики, которые я буду сеять. Вот, значит, такой Red Knight X3PF1. Вот здесь уже 5 семечек в каждом пакетике. У меня их 2. Мне заказали еще посеять там значит, подписчики мои. Вот. Для того, чтобы я на них еще посеяла, чтобы была рассада. Вот. Такие обработанные семечки. Вот мы их выкладываем на расстоянии примерно сантиметра. Да, хочу вам рассказать о том, как в прошлом году я пробовала сеять. Почему я сею в плошке? Потому что перцы не боятся пересадки, как многие считают. Я уже это испробовала на своем опыте, поэтому я этим опытом делюсь с вами. Вот, мне очень понравилось. Они были очень крепкие перчики. Так, вот я, наверное, подальше немножечко. И вот так вот, наверное, по 5 семечек в одну бороздку сделаю. Мне очень понравился этот метод вот, значит, посева. Не в стаканчике. Это экономит место. Вот грунт экономит. Я потом их пересаживала. Они становятся очень крепкими после пересадки. Так, это вот мы подпишем. У нас это один. Потом мы с вами будем отслеживать наши всходы. Вот, и сюда мы поместим. Это у нас вот
1 будет. Перчик под номером 1. Дальше. Значит, дальше мы сеем рыжий барин. Это у нас будет перчик под номером 2. Вот. У меня подписано РП. В помидорах будет ПМ, а здесь ПР. ПР подписано. Не РП, а ПР. Вот второе мы. Вот такой вот. Ножичек вот так вставляем. И в грунт. Вот. Так, этот я слишком углубила, потому что мы же еще будем насыпать сюда грунт. Вот. И также выкладываем по 5 штучек в бороздку. Эти семена не обработанные. Вот здесь было 0,08 грамма. Сейчас посмотрим, сколько это будет семечек. 1, 2, 3, 4, 5. Одна бороздка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это что-то надо где-то подвинуть, чтобы затолкать одну семечку сюда, чтобы не делать лишнюю борозду. Вот 6. Значит, здесь 11 семечек в 0,08 граммах. Вот это второй у нас, значит. Третий у нас будет. Третий у нас будет рубин. Ой, турбин, простите. Турбин. Это будет третий. Это желтый перец. Так, вот это будет третий номер у нас. Тут тоже семена обработанные. Такие зелененькие. Вот здесь 5 штучек у нас их здесь. Вот мы также их высеиваем. Таким вот образом. По 5. Раствор, которым я буду опрыскивать грунт, не будет содержать никаких стимуляторов, так как у нас в грунте стимуляторы, поэтому мы не будем пользоваться стимуляторами. Ну вот у нас в такой контейнер вошло 3 сорта, значит, перца. Мы на всякий случай еще вот здесь продублируем. Это у нас 1, 2 и 3. Продублировали на всякий случай. Мало ли, вдруг ножички вылетят. Теперь мы грунтом присыпаем грунтом. Вот таким вот образом. Присыпаем грунтом. Слоем примерно. Он такой пушистый у нас. И потом мы будем слоем примерно 2 сантиметра присыпаем. Потом, когда мы его прибьем, у нас как раз получится сантиметр грунта поверх наших семечек. Будем притрамбовывать для того, чтобы было лучшее соприкасание грунта и наших семян. Так, вот таким образом мы их притрамбуем. Грунт. Так вот, ложечкой. Наши. Вот так у нас там выскакивают наши ножички. Так, вот таким образом мы посеяли наши перчики. Так, это у нас тут второй ножичек. Вот он у нас. Вот таким образом. Так, первый ножичек. Не буду я вытаскивать, пусть он там будет. Вот. Так вот. И теперь мы просто с пульверизатора. У меня в пульверизаторе, в бутылке с пульверизатором горячая очень вода для того, чтобы простимулировать всходы гормон роста наших семян. И очень интенсивно, достаточно влажно поливаем, потому что у нас грунт был не очень влажный. Рассыпчатый такой. И наши семечки, чтобы у нас хорошо промочились, мы их достаточно хорошо проливаем. И после этого мы просто закроем крышкой и уберем теплое место. Примерно 18-20-22 градуса. Вот у меня там в тепличке. Значит, все это будет сходить. Хорошенько прям пробрызгиваем, чтобы семечки промокли. Причем этой горячей водой, чтобы простимулировать гормон роста. Вот. Таким же образом я посею сейчас в другие плошки, другие сорта.
Вот, и будем с вами следить. Я буду отслеживать, снимать видео, наблюдать за нашими всходами, на какой же день они у нас взойдут. Потом мы будем с вами вместе их пикировать. Вот. Вот так вот промочили мы хорошенечко. И прикроем теперь крышечкой. Такие у нас крышечки. Крышечкой прикроем. Вот так вот застегнули. Все. Ну, на этом все. Следующее у нас будет видео по посеву. Оно аналогичное. Можно, наверное, его и даже и не снимать. По посеву баклажан и по посеву томата. Ну, томаты, наверное, все-таки сниму, потому как баклажаны я в прошлом году не сеяла, а вот томаты я сеяла и покажу, какие же все-таки были более удачными выращенные томаты. Вот, ну все, на этом я заканчиваю свое видео. Всего вам доброго, хороших вам посевов, благополучных всходов. Вот. Подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно. И будем с вами отслеживать наши посевы. Потом будем пикировать. Потом будем высаживать в пакеты, как я вам обещала, в теплицу. Буду показывать, как их нужно прикрыть потом. Что нужно подложить под пакеты. Какой грунт мы будем использовать, замешивать. Все это я буду рассказывать. Так что следите за моими видео. До свидания.